чуть-чуть руку поджали, а после удара вы ее расслабите сразу. Почему? Потому что если вы зажимаете руку, то вот это напряжение, оно опять идет в ваше тело. И если вы напряженной рукой ударите вот такой, то опять вернется все в тело. Понятно? Слышно было, что побежало поэтому или нет? Вот этот удар, он через него проходит. И так, пол. Слышно его? Да. То есть, если правильный удар, то его будет слышно. В принципе, ему не принесет это вот сейчас такого удара. Ну, чтобы нам научиться, лучше научиться на человеке, да? Вот. Но если сильно бить и раздраженными ударами, то этот человек, конечно, быстро надоест. А когда глубокие удары, они не приносят такого раздражения, они наоборот силу дают. И расслабленное тело становится, такая бодрость. Есть такое? Да. Ну вот. Значит, Ефима дышит, да? Он же не просто так себе дышит. Значит, прежде чем удар держать, нужно учить, ну, как бы, ну, ударной техникой заниматься, нужно научиться держать удары. Вот. Без этого, конечно, вообще лучше не начинать. Конечно,